Президент Анатолий Бибилов встретился со строителями и проектировщиками Зарской дороги. В ходе встречи глава государства подчеркнул значимость строительства этой дороги для народа и выразил благодарность присутствующим за проделанную работу. Гирастона история, что парагбон, уйтахайма, даст массаж озразма, фандогла гаршивиска, что фандога, эсхоттой шарда фандога. Шарда фандага ют хайсхут той макай займай хаушат, дарикдар адам шидасты ма. Калтуко ма шидай кой, ол хаттар ай джаудис лагмарт, ол хаттар ай джаудис фадабун адаман, ол хаттар ай джа кайдар фанат той, кайдар хатту лаги уна прахкут той, ама адаман кай займай хаушат ам наудис. Ама ад фазан дис кудаш, ама изар фандага арастар шава фандаг, шамай адам. Анапик дорогие шевуи, шамай иристум мекудум беловтен, шева товартен, уй истабу, кена андаристу, ама уши фендок соросу цимах. 30 лет назад была проложена Зарская объездная дорога, которую в связи с событиями 90-х и 2008 года назвали «дорогой жизни». Благодаря дороге через Зар удалось избежать многих человеческих жертв и полной продовольственной блокады республики. Надар схема тауди, надар вам геодезия водис, надар автозахамма техника, и авторосу дастут на мене, тахудия водастут, видар найзахам. Автяко загам, хумета гавзогай. Вот хауше фандок соростот кухай. Кухай. Ама кейзайна хэ адам сулэ фадэстэ. Вуай вэдзо фандок дэс. Кейзайна хэ 10-16 километр айфэлдэр. Вэдзо фандок фэлэ. Ушэб фандок басту дэс сабржинады. Ушэб фандок басту дэс эддас шинады. Ама ушэ дас шинады хабар. Смах соростот мэм. Махин мейдер, ама адана муну мейдер, загана штарбузнык. Олкемендер хишеней, ама амткей гилдарин. Анатолий Бибилов вручил государственные награды за большой личный вклад и добросовестную трудовую деятельность при строительстве автомобильной дороги Гуфта-Зарт-Бет в 1990-91 годах. Наградить медалью во знаменование 25-летия Республики Южная Осетия Тибилова Владимира Гавриловича. Проектировщиком, строителем, идейным вдохновителем строительства Зарской объездной дороги является Леонид Харебов. К строительству дороги приступили 4 декабря 1989 года. Было задействовано 12 единиц техники, 15 человек. И днем, и ночью, несмотря на холод и голод, отсутствие денежных средств и подчас рискуя жизнью, строители самоотверженно трудились во имя спасения Родины. Прокладка дороги была завершена 21 декабря 1991 года. После завершения строительства дороги в город начали поступать боеприпасы, военная техника, гуманитарная помощь. Теплые вещи, запасы продовольствия, медикаменты, топливо и многое другое. Роза Дедеева, Зарина Кочеева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.